Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня уже у нас второй день лета наступил. 2 июня 2023 года. Пятница! Опять наступила пятница! Ну, дни летят недели за неделями, как в той песне, друзья. Ну, еще я вам хочу сказать, что холодно. Вот посмотрите, лето наступило. А как будто осень. Сегодня просыпаюсь. Ой, где-то, наверное, в 5 часу. Около 3 градуса всего тепла было, друзья. Да, еще. Да, солнышко только начинало еще там. Да, холодно. Да, пишите комментарии, какая у вас погода была. Вон, смотрю, читаю тоже. Даже заморозки сильные были. Ну, я, конечно, вам не про погоду собрался рассказывать. Настроение, говорю, пятница. Сам не работаю, да, ай, доволен, да, конечно. Ну, жену отвез на работу же. Да, ага, как вы хотели, я еще, да, ой, далековато еще до пенсии. Да, что у нас возраст такой, не в этом дело, правильно? Но новость о другом, обо всем. И в том числе вот и про это, друзья. Я плавно хочу перейти к этой новости. Поймите. Ну, слушайте. Внимательно. Может быть, вы слышали уже. Ну, кто живет в Латвии, конечно, возможно, слышали. Ну, кто за границей живет, слушаем. Сейм Латвии избрал нового президента страны. Им стал глава Министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич. Сейм Латвии избрал нового президента страны, и им стал действующий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Это сообщает нам Делфи ЛВ. Ну, давайте-ка послушаем, сколько же за него и как его избрали, каким путем, да, и каким образом. За Ринкевича проголосовали 52 депутата. При необходимом минимуме 51 голос. Но, слушаем далее, как процесс происходил. Ни в первом, ни во втором туре Ринкевичу не удалось набрать необходимого для избрания числа голосов. В его поддержку выступили по 42 депутата. Ни в первом, ни во втором туре, видите? Для меня... Большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо... Слушайте внимательно. Каждое слово теперь надо нам внимательно, что они опять будут нам обещать. Чтобы хорошо служить народу Латвии. Пока точка. Запомнили? Народу Латвии ничего не выделено, какому или кому. Всему народу Латвии. Это я от себя добавляю. Послушайте, друзья, внимательно. Далее. Благодарю депутатов за доверие. Это написал Ринкевич в Твиттере. Давайте-ка мы будем разбираться и внимательно вот, пока читать. И вы будете слушать. Ну, я вам буду излагать. Что же теперь он начинает заявлять с первых же вот минут, с первых часов, вот после избрания его президентом Латвии? Но его еще не как бы, ну, послушайте внимательно, да? Он пока еще действующий министр иностранных дел, друзья. Латышизация или дерусификация, Ринкевич объяснил. В чем отличие его подхода? Вот давайте разбираться. Латышизация или дерусификация? Господи, даже сложно выговорить. Ну давайте. Далее, что он нам там? Новоизбранный министр иностранных дел, ну сейчас вот, новоизбранный президент, министр иностранных дел, Эдгар Ринкевич пояснил свои слова по поводу движение дерусификаторов
Слушайте внимательно, дерусификаторы. Я много тут комментировать не буду. Я на предыдущем видео говорил. Я немножко подготовлюсь и потихонечку буду вам доносить, что я думаю, ну поймите правильно, да? Продолжаю. По поводу движения дерусификаторов, повторяю. Что ему все-таки ближе, вот вновь избранному президенту Ринкевичу, что ему все-таки ближе? Латышизация страны, а не дерусификация. Ну, как некоторые сейчас бьются башкой, головой. Ой, я бы так хотел бы, поймите правильно. Ой, вы меня знаете, друзья, я бы сейчас бы так выложил про нее, про него, про ну, этих, про которые бьются башкой. Обо что вы сами знаете? Вот про то, что сейчас нам начинает излагать. Ну, я как бы хотел сказать вам, мягко говоря, не очень, поймите, да? Но, а у нас выбора нет. Мы в такой стране живем. Это я от себя. Поняли, друзья, да? Поняли. Дальше излагать не буду. Я буду просто говорить, что теперь он нам будет здесь предлагать. Вновь избранный президент, но пока еще не утвержденный, да? Об этом, отвечая на вопрос, нет ли у него противоречий с движением дерусификаторов, Ринкевич сказал, Ринкевич, в беседе с Нед Каригой. Слушайте дальше. Противоречий нет. Посылая сигнал через эту призму использования языка, мы позитивно обращаемся к тем людям, для которых латышский язык не родной. Далее он продолжает. И в то же время мы разговариваем с предпринимателями, которые совершенно неуместно требуют знания русского языка. Почему, например, поставщик провизии или пекарь должны знать русский язык? Это заявил Ринкевич. Далее. Посылая позитивный сигнал не латышам, мы говорим, заявляет он, мы говорим, вы не латышам. Это много национальностей, значит, понимаете? У нас, повторяю это я от себя, Латвия многонациональная республика, страна. Маленькое государство, но очень много народностей живет здесь. Национальностей тоже. Вы будете учить латышский язык и говорить на нем. Дерусификация Латвии, я понимаю, эмоциональное состояние. Но... Дальше он говорит. Но это отталкивает тех, кто предан Латвии и готов следовать за ней. Хотелось бы позитивного сигнала, потому что суть вопроса остается прежней, указал Ринкевич. Как сообщалось, новоизбранный президент Эдгар Ринкевич заявил, что рабочий язык президента Латвии – латышский. Слушайте внимательно, дерусификаторы. Еще раз повторю. Эдгар Ринкевич заявил, что рабочий язык президента Латвии – латышский. Но! Большое «но». Дальше. Но не исключил, что могут быть случаи, когда он будет говорить на русском языке. Я специально медленно. Вот сейчас еще буквально секунд 5, 10, 20. Да, как-то видео 5-10 минут. Вот, друзья. У меня, конечно, другое мнение и так далее. Ну, сейчас пока не могу я вам это все высказать. Подождем немножечко, да?
пускай утвердят президента, посмотрим. Ну, сами поймите, да? Пока не будем никого не обзывать, не надо. Друзья, большая просьба, пока воздержитесь. Сделайте паузу. Поживем, увидим. Правильно, да? Еще раз повторяю, вы меня знаете. И здесь вот я сейчас бы вам высказал, такие эмоции прям через экран, все бы тут летело и все. Нет, пока давайте не будем, друзья. Вы, наверное, поняли, почему я вот сейчас остановился, да? Я говорю, у нас выбора нет. Да. Я не оправдываюсь. Я не унижаюсь, ничего, никого не собираюсь унижать. У каждого человека есть свое мнение. Я говорю, вот я без подготовки, друзья. Но все к этому и шло. Что у нас изберут вот так вот. Вот так вот у нас изберут. Дальше что он заявляет? Вместе с этим Ринкевич прокомментировал известное в стране движение дерусификатора в Латвии с их лозунгом «От Кревиско Латвию», ну этих «Отрусь Латвия», это в кавычках перевод, заявив, что ему ближе было бы поощрение с лозунгом, повторяю, «Латвийско Латвию». Сделай Латвию более латышской. Ну, не как вот эти вот заявляют. Деятели, ехать. Да и не деятели, а... Даже не знаю, как их назвать, друзья. Это те, которые гробят страну свою. Свою же страну. Вот просто уничтожают. Они вот напролом идут, вот башкой бьются, бестолковкой своей. И что они добились? Я, конечно же, про националистов. Нацистов, во, нацистов. Им еще осталось, вон, ходить, зиговать, йохайды. А, не надоело? Ну, так и хочется, друзья. Ну, не могу, подождите немножечко, подождите. Вот и приходится, ну, вы избрали вот такого вот президента. Да, избрали, ну. Я не буду называть, не обзываться, нет, конечно, нельзя. Не надо. Все люди, правильно? Ну, все люди. Ну, он у нас... Ой, я уже даже запутался, когда там этот... Прайд или Парайд, или как он там называется, это радужный этот... Ну, что я могу сделать, друзья? Вот понимаете, вы что можете сделать, видите, да? Потому что вы сидите, как говорится, и молчите. Я-то все... Я вам скажу. Я вот уже вам говорю. Вот из-за такого молчаливого согласия все и происходит. Все и происходит. Мы только смотрим, вы знаете. Ой, как же там в той стране хорошо-то. Как же в той стране. Да, это ситуация. Да, вот это сейчас война. Да, извините, друзья. Наделало делов очень много. Страшных делов, ужасных делов. Гибель людей и так далее, и тому подобное. Я говорю, можно продолжать до бесконечности. Ужас. Это же страдания народа. Народов. Вот эти все сейчас повышение цен и так далее и тому подобное. Вот это вот оплата коммунальных услуг, это все вот сейчас такой клубок. Вот как я говорю всегда, вот это вот, во, звенья одной цепи. Мы все связаны, повязаны. У нас, я повторяю, маленькое государство, зависимо от всех. Ничего толком свое не производим. А если что-то где-то что-то производится, хозяин кто? Знаете, как я говорю, ну все же хозяева, это вы иностранцы. За некоторым исключением. Там... фармацевтические вот эти заводы и то. Ну что? Ну, конечно, они, да, производят. Но они туда по дешевке все эти лекарства отправляют, а нам в 10-кратном размере все продают. Я говорю, ой, как это можно все продолжать. Я начал про вновь избранного президента. А посмотрите, сколько проблем. Хоть одну на эту проблему. Я вот чуть-чуть только затронул. Хотелось вот все вам выложить. Не могу. Прям вот сердце, как говорится, болит и душа. Переживаю вот за весь народ, понимаете? Я такой человек. Как некоторые пишут, ой, да ты там помоги кому-то там, помоги там. Кому я должен чего? Я никому ничего не должен. Меня уже начинают обзывать инвалид. И ты такой инвалид. Это все по теме, друзья. К чему это все делаете, а? Я своим горбом это все, извините,
Заработал, зарабатывай, продолжай зарабатывать. Да, если бы я не двигался, вы все видите, что я двигаюсь, да? Двигаюсь. А вы видели, когда, чтобы мне вот это вот присвоили заболевание, в каком состоянии я был? И сколько стаж у меня, вы спросили хоть раз? Официальный, повторяю, официальный, все по теме. Все по теме вот это вот, я повторяю, это звенья одной цепи. Я говорю, своим трудом, своим горбом, потом и кровью все это заработал. Да, все было. И даже не постесняюсь, друзья, сказать, что у меня даже грыжа вырезанная, да. Я вот такой человек. Нет, вы не подумайте. Нет, я ни на кого не злюсь, и я тут не психую, ничего. Все нормально, друзья. Вот такая вот у нас новость. Но я как почитал комментарии, ну, это несерьезно, друзья, вот так вот. Зачем вы это? Я не... Там одна там так прицепилась, это ужас. Ужас. И приплела и YouTube-канал, и что мы тут миллионеры. Господи, ну что это за такое, друзья? Это ужас. Я говорю, вот сейчас вот я просто вот не с кем, вот, некому выложить вот это все. А я вот той хочу высказать, которая пишет вот это вот пакости, гадости. Да. Я не знаю, или зависть какая-то. Ну это, ну-ка, что это за зависть такая, а? Ведь все своим горбом. Если бы вы знали, какой, в какое мы вот состояние вот, вот этот участок вот покупали тогда, да. Еще тогда латы были. Потом второй участочек. Это все вот этим вот, вот руками горбом было сделано. Вы скажете, Сергей, вы ушли в сторону куда-то. Нет. Нет. Вот это мы... У нас канал как называется? Совершенно верно. Мы живем в Латвии. Разносторонний канал. Я имею полное право высказывать свое мнение. Не боюсь, вы видите, да? Всяко было. Не буду говорить, что. Было. Было. Ну, зачем это все это выкладывать? Не надо говорить. Это я сам себе говорю, да? Нет, друзья. Это я вам объясняю. Да, друзья, этой ночью и утром были рекордные холода. Столбик термометра упал ниже нуля. На рассвете, вот в пятницу сегодня, температура воздуха на наблюдательной станции Стенде упала как минимум, представляете, до минус 2,3 градуса. Это мороз. Уже сколько морозов, сколько все побило. У нас тоже, ой-ой-ой. Достигнув рекордного холода для второго дня июня в стране, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Предыдущая самая низкая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 2 июня, составляла минус 2,3 градуса в 1977 году в Звезднееццемсе. Звезднее к цеме. Господи, извините, друзья. В 5 утра столбик термометра Вайнажи показывал минус 1,7 градуса, что является новым рекордом холода за 2 июня на этой наблюдательной станции. Температура воздуха опустилась ниже нуля и в других местах Курзема, и в северо-западной части Видземы. Более теплая ночь была в Латгале, где утром в пятницу местами продолжался дождь. Вот видите, там дождь шел. А также в Земгале и под Ригой. Ну вот мы в Земгале живем. Я говорю, у нас плюс 3 было. В этих регионах температура воздуха во многих местах не опускалась ниже плюс 5 градусов. В юго-восточной части страны небо остается облачным. В других местах погода солнечная. Или с переменным количеством облаков. Дует слабый или умеренный северный ветер. Видите, поэтому холод. В Риге солнечная погода. Северный северо-восточный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха в 5 утра составила плюс 3 градуса, как у нас в аэропорту. И плюс 6,6 градуса в центре города. И
9,4 градусов Дауга в Гриве. Самая высокая температура воздуха в Европе 1 июня составила плюс 31 градус в Греции и Испании. Самая низкая температура воздуха в ночь на пятницу минус 6 градусов в горах Скандинавии. Ну вот я почему это хотел вам затронуть, потому что вот смотрите, сейчас в Скандинавии сильно похолодание, там частенько это бывает. Ну как ветер только поворачивается у нас со Скандинавии, все, пиши пропало. Пиши пропало. Да, друзья, пятница сегодня. Пятница, настроение опять поднимается. Ну а что? Жена с работы и будет веселее и так далее и тому подобное, друзья. Желаю всем хороших выходных, погодки хорошенькой, да, шашлычки, ну, отдых на природе. Ну, сильно, сильно там не увлекайтесь и соблюдайте порядочек. Не кидайте окурки там, или еще какие-то там спички и так далее. Бережно относитесь к природе. Не кидайте. С огнем то же самое. Вот мангальчики разводите. Будьте аккуратнее. Надо лес беречь. И так кругом пилят. Ну, конечно, посадки идут, но спилить-то проще. А лес растет очень медленно. Очень. Кустарники там быстрее, но лес большой, особенно сосны и ели, это надо столетия, друзья. Десятилетие это, ой, это 30, 40, 50 лет как минимум, чтобы лес более-менее стоял. На этом, друзья, я заканчиваю эту новости. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Не забывайте, ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на наш канал. Большая просьба, подпишитесь на наш канал. Ну, конечно, по желанию, никого не принуждаю. Да, до следующих видео новостей, друзья. Спасибо всем. Вот такие у нас новости, друзья.